Всем доброе утро, дорогие друзья. Мы прекрасно выглядим, прекрасно опухшее лицо. В общем, что? Вчера были допоздна в боксе, работали, вернулись домой, и я уже подъезжаю к Печатникам. Вот. Сегодня у нас по плану весь день соревнований с Этюкапа. Едем, Женькой Шмаковым едет и мучить тридцатку. Вот, на М50 что-то там, Б сколько-то там. Вот, поэтому будет интересно, увлекательно. В общем, приходите сегодня в Центр технических видов спорта, кому нечем заняться. Отличная погода вроде намечается. Вот, поэтому всем вам желаю хороших, прекрасных выходных. А мы продолжаем наши рабочие будни. Так, мы начинаем квалификацию с Этюкапа. Нереальное количество машин приехало. Погодка вроде намечается дождик, а мы с Женьком как раз едем на М54 Б30. И как будто бы дождь может быть для нас победным. А так тут и такие машины, и такие машины. И Саня тут газу дает. В общем, у нас тут весело. Так, ну а если серьезно, в общем, что, откатали мы с Этюкап. Результатом не такой, который мы, наверное, хотели. Но в целом все понятно, работаем дальше. По шабанятам Санечек Шабаненок занял сегодня первое место, тоже болели до конца, переживали. Тёмыч, Саня, поздравляю вас, вы большие красавцы. Вся команда, все молодцы. Что у нас по плану? Мы уже мчим по МКАДу. Как вы могли заметить, из барбершопа. Вот, едем в бокс, пацаны там собирают машину, посмотрим, в каком она состоянии, что нам еще нужно и предстоит доделать за завтрашний день, потому что понедельник у нас это крайний день, когда мы в Москве, то есть за понедельник нам нужно собраться, укомплектоваться, чтобы быть готовыми к выезду в Челябинск, а во вторник в 5 утра мы уже стартуем из Москвы. Вот, как-то так, поэтому следите, буду держать в курсе, всем не спящим. Так, какой у нас тут раскладик? Все, ливрейка на местах. Все на местах. Редуктор с коробкой, с карданом на местах. Сейчас финально собираем, проверяем новые фары. И будем запускаться. Маслица поменяли. Давай. Как-то так, свеженькие, поедем на этап в Челябинск. Давай.